Привет, друзья. Ну, это невозможно не отреагировать. Ну, просто невозможно. Вот пишет Марина. Это 11 дней назад было. Я только сейчас увидел там в комментах. Насчет качания ребенка я говорил. Что, ну, в общем, я говорил об этом, вы все это могли видеть и так далее. И что это она подбирает мама-ритм синхронно текущему напряжению ребенка. Когда он как бы больше там переживает, нервничает, кричит, она его чаще качает. Когда спокойнее. Вот Марина пишет. Качает ребенка мама, когда он орет. Мозг при качании или тряске просто в микросотрясении. И ребенок орать перестает. Так же, как истерику по морде дать. Кошка не качает своего котенка. Вот это природа, пишет Марина. То есть надо учиться у природы. Ну, послушайте. Я отвечаю сейчас. Мама и мягко бывает качает. Даже еще и колыбельную поет. Ритм такой тоже, который успокаивает. А вот насчет кошки. Я видел кошку на краю кровати. Сидит и качается. Вот скажите, друзья, кто видел, что кошка качается? Напишите, пожалуйста, комменты. Потому что надо же, Марина, она же написала, типа, природа учит, надо учиться у природы. Вот кошку привела, что она якобы не качается. А давайте посмотрим, как природа. Я ни на чем не настаиваю. Может быть, я утром глаза открыл, и мне это показалось. Ну ладно. Не мог удержаться. Пожалуйста. Мне все-таки кажется, когда мама ребенка качает, не микросотрясение мозга там происходит, а синхронизация ее действий с текущим состоянием ребенка. Ну, пишите, как вы считаете правильным, потому что это очень важно. До встречи. Спасибо, друзья.